Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня нам уже 10 суток. Малыши растут. Крошечки мои. Хорошенькие такие. Вот они. Лапочки какие. Сытые. Хочу немножко потревожить их, показать вам. Вот они мои лопаточки. Это мальчик с синей ленточкой. Вот такой красавчик. Просто с черной маской на мордочке, без беленьких полосочек. Вот, крепкий мальчишка, хороший. Это наша красавица. Красавица с фиолетовой ленточкой. Девочка с веснушками на носике. Смотрите, какая кнопочка. Вот такая девчоночка. Спят, сытые спят. А наше солнышко рыжее. Ну, я буду тревожить всех, красавиц моих. Вот она. Соловка, спит она. Спит сладенько. Ой, недовольно, разбудили. У нас уже открываться начинают глазки. Даже уже, можно сказать, почти открылись глазоньки. Там вот внизу розовая ленточка, девочка. Ой, как по ней лазит. Вот она моя сладкая. Чумазая. Молочко засохло на ней. На мордочке. Сейчас ее попротираю, вычищу. Но вытаскивать уже ее не буду. Пусть спит. Это у нас фон Барон. Лапочка моя, мальчик такой. Зеленая ленточка. Тоже уже глазки почти полностью открылись. Смотрите, какой красавчик. Вот такой хороший мальчик. Вот оно, солнышко. Вот она, красота. Вот, крехтушки. Вот. В куче, в общем, прям со всеми не любит спать. Любит лечь, чтобы его никто не тревожил. Отдельно отползет и всегда спит один. Так, ну и моя звездочка. Мой сладкий бриллиантик. Мальчик тоже с веснушками на носике, такой хороший, коричневая ленточка, сердечко наше, вот он спит, спит сладко так, сладко спит, лапочки мои розовые, пальчики, живот, скажи всем привет, малыш мой, вот я сейчас его тихонько поверну, вон оно, сердечко наше, вот он, красавчик мой. Вот он какой хороший. Хороший мальчик. Вот, вот такой мальчишка. Вот такой. Надо поменять. Сейчас приехала дочка. Поменяем ленточки. Они уже становятся маленькие. Ой. Вот такие крошечки у нас. Вот такие малыши. Вот. Вот. Спят, спят, мои хорошие, сытые, довольные, счастливые. Растем, открываются глазки. У нас все хорошо. Мамочка тоже хорошо себя чувствует. Вот они. Ой, ой, потягушки какие. Вот это солнышко любит мордочкой вниз спать. Это уже привычка. Вот. Вот она спит и бежит во сне. Говорят, пока маленькие щеночки еще ничего не видят, то во снах, во сне им снятся их будущие родители, будущие хозяева. И поэтому, когда приезжают новые мамы, папы забирать малышей, малыши их всегда узнают и всегда к ним идут. Вот они, красавчики мои, сладко спят. Всем передаем привет. Спасибо за ваше внимание. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вам рады.